Ну что же, закончилась репетиция. Было две репетиции, 8-9 часов. Падает мне тут снег, немножко прохладно. Все бодры. Закончилась репетиция Парада Победы. Я пойду домой пешком по центральной части и покажу, какой сейчас город. Сейчас уже без 20:10, но у нас светло, потому что наступили белые ночи. Пришествие полярного дня. На улице сейчас плюс 1 градус, идет мелкий снег. Все, кто стоял, вот охрана военная, все замерзли. Вот видите, как съежились от холода. Движение перекрыто. Поэтому пойдем туда, где ходит транспорт. Вот. Прыгает, чтобы согреться. Руками машет. Кто что? У них еще рабочий день закончился. Будочки установлены в городе с вкусностями. Это маленькие, есть большие, похожи на самолеты. Но тут, вероятно, мороженое норвежское. И здесь норвежское мороженое. Так, у нас уже 10 часов вечера, светло на улице. Еще где можно перейти улицу. Пока здесь нельзя переходить. Девчонки.